1 апреля в Орле стартует экологический двухмесячник. Предстоящие задачи по наведению порядка в областном центре обсудили на заседании комитета Горсовета по ЖКХ. Ожидается, что участие в весенних эко-мероприятиях примут около 2000 трудовых коллективов города. Всего в уборке будут задействованы более 80 тысяч человек. Субботник намечен на 23 апреля. С учетом влажности санитарно-экологического состояния городских водоемов предполагается очистить береговые зоны Оки и Орлика на протяжении 5 километров. Заместитель главы администрации Орла также отметил, что в этом году численность экологических бригад в районах города будет увеличена.